Тирамисуха. Просто и вкусно. Короче, сливки 100 мл, маскарпоне 300 грамм и сахзам. Взбиваем. Убираем, вытираем. Любая форма и обычная кофе. Макаем печенюхи и ложим на дно в два слоя. Кремушком шлеп туда-сюда. И повторяем. Оп-оп, шлеп-шлеп туда-сюда. Холодильник на час. Осталось украсить. Мяту я не нашла, поэтому как-то так. Наивкуснейший тирамису готов.